Всем привет-привет! Меня зовут Эльвира, и вы на моем канале Эльвира Костенко. И сегодня, девочки, у нас последний артикул китайской фабрики UPV. Называется он Pearl. И это единственный среди 8 артикулов, или 7? 7, да, потому что у нас раки и просто на 2 разбит, а так это один и тот же артикул. Единственный из 7 артикулов, что я показала вам в общем видео, такой тактильно мягкий, как все остальные. Здесь у нас этот цвет натуральный, если кому-то интересно. Ближе придвигаешь, цвет врет. А состав здесь 35% лиоцел, 35% хлопок, 30% лен. 450 метров на 100 грамм. И я вам показывала другие артикулы, там даже было и 480 где-то, и 460. И они были даже потолще, как мне кажется. Этот на тройке я вязала. 12,5 на 10 получился образец, 32 петли. Вязать его безумно приятно, он такой прям... Ну, классные, девочки. Ну, сами понимаете, лиоцел, он такой и есть. Он придает такую гладкость. Но он даже на тройке получается вот такой, видите, очень рыхленький. Я не знаю, возможно, сюда я что-нибудь бы добавила или вязала его в две нити. Он прям очень тонкий. Хотя, если под крючок, это будет идеально. Вот такое полотно. Петельки ложатся ровненько. Но он, я же говорю, тактильно. Я ожидала, что лиоцел наоборот будет мягкий. Нет, вот этот жестковатый, напоминающий немножко натуральный лен. Вот натуральный стопроцентный лен мне тактильно это напоминает. Не знаю почему. Посмотрю, что будет после ВТО. Единственное, я так удивилась, наверное, этому тактильному ощущению. Я не ожидала от такого состава, такого тактильного ощущения, что я вообще забыла какие-то рисунки провязать, понимаете? Я вот уже просто вот здесь в конце вспомнила про изнаночную дорожку. Резинку наверняка держать не будет, видите, она вообще никак. Это понятно. Ну, а про ажур я забыла. Но вы понимаете, что на такой ниточке ажур будет смотреться великолепно. Она тоненькая, гладенькая, будет очень хороший ажур. Все. Мы пойдем купаться, и я вам покажу его после ВТО. Но очень меня удивил этот артикул. Очень. Я ожидала нечто другого. То есть, если в каком-то из артикулов я вам говорила, что при таком метраже я ожидала более тонкую нить, она казалась мне более толстой, то здесь наоборот. Такую тонкую я не ожидала. У меня было вообще ощущение, что здесь ошибка, и здесь метров 600-700 на 100 грамм. Ну, никак она на 400... Сколько там, я вам сказала? 400... 50. На 450, ну никак она. Давайте я вам даже сейчас возьму образец. Еще один на 450, какой бы мне взять. Эти раки возьмем, он 460. Это небольшая разница. Пока я его как раз еще не постирала. Вот, смотрите. Вот 460 и вот 450. Ну как это можно сравнить? Это явно толще, чем это. Вот так бывает, девчонки. Вот я и говорю вам, здесь я ниточка метров на 600-700. Зато под крючок, девчонки. Во-первых, я вам все время в каждом, уже сколько роликов я сняла, это у меня, наверное, выйдет последним, а там, не знаю, по этим 7 бобинкам, да, 8. Что мне нравится? Ни один, ни хлопок с коноплей, ни хлопок со льном не косит. Вот у фабрики UPV ни один артикул из тех, что я вам показала, не косит. Ну, будем после ВТО смотреть, я, может быть, вам скажу. Все, пошли так, купаться. Девчонки, мы высохли. Это у нас Pearl Twist, тоже фабрика UPV Китай. 35% лиоцел, 35% хлопок, 30% лен. Кстати, по составу очень-очень похож на крестьянку. Прям очень. Только там вискоза, но лиоцел и вискоза практически одно и то же. 450 метров на 100 грамм. До ВТО 11,9 был образец. После ВТО 10,5 на 8,5. То есть именно здесь усадка небольшая. Спицы тройка, 32 петли.
Сейчас видно. И посмотрите, в полотне она очень тонкая. Состав бомбический, я бы его добавляла, ну, в одну не знаю, если есть такие герои, а я знаю, что такие герои есть, мне даже как-то написали, что связали платье из лидии полушерстяной в одну нить на спицах единичка, поэтому наверняка такие герои есть. Я нет, я не такой герой, хотя всякое может быть. Вдруг меня пробьет когда-то на такую тонкую вещь. Но то, что я это добавила бы к чему-то, где нужно придать стабильности, однозначно. Или натуральности, например, тоже однозначно. Мне вот даже кажется, что можно его совместить с коноплей. Надо, кстати, посмотреть, какие там остались цвета, потому что, девочки, с момента выхода видео по всем 8 артикулам уже прошло... Я не знаю сколько, ну много, короче, уже на неделе две, и возможно там есть не все. Я давно планирую мужу из конопли, вот может быть, если я найду цвета, я сделаю, потому что состав великолепный и очень тонкая нить, а и конопля очень тонкая нить, и если их совместить, конопляная от пехорки, девочки, помните, я вам говорила, конопляная от пехорки, будет тоже очень хорошо. Потому что хлопок кабле я, по-моему, по цвету подходящий не нашла. Или нашла. Я думала, то ли хлопок кабле добавить, но можно еще вот эту добавить. Почему? Потому что здесь есть лиоцел. И тогда совсем будет пластичная, мягкая, приятная. Вот, точно. Видите, как полезно вязать образцы. Вот такой образец, девочки. Мягкий, невесомый. Сам образец очень-очень классный. Прям такой, знаете... Нежность. Очень мне понравился. Мягенький. Мне даже, видите, так понравилось из него вязать. Кстати, в одну ниточку он прекрасно вяжется. Спицы тройка, я вам напомню. Я не почувствовала что-то такого, что прям мне было некомфортно. Очень легко, ниточка приятная. Так что, вот так. Все, девочки, все образцы я вам отсняла. Этот последний, я правда не знаю, в каком порядке они выйдут. Все может быть по-разному. Но образцы из первого видео все. Будем вязать новые. Всем пока-пока и всем отличного настроения!